летать очень опасно. Квадрик, спутники не ищет. Друзья, всех приветствую. Это небольшой несостоявшийся проект по альтернативе. Тут есть ветрогенератор, его поставили, но вопрос не в этом. Я сейчас пообщался с человеком, он дал мне полностью расклад по тратам, рассказал, как он здесь получает электроэнергию, и я хочу вам немножко цифр на примере вот живого проекта, где выбрали изначально не альтернативу, а бензогенератор. Это ущелье с чегенскими водопадами. Здесь изначально хотели поставить альтернативу, но сумма была большая. Минимальный расчет, с учетом того, что это ущелье и солнце здесь маленькое, 2 года назад выходил где-то на 500 тысяч. Вот. И человек отказался, купил бензогенераторы, запустил всю эту систему на бензогенераторе. И вот прошло 2 года, и у него есть точная сумма трат, и о них я сейчас расскажу. Давайте я буду оперировать цифрами, чтобы вам было понятно. Значит, запоминаем. 500 тысяч 2 года назад. Расчет был где-то минимум там на 5-8 киловатт солнечных панелей. Инвертор 5-киловаттный, короче, аккумуляторы. Вот. Здесь у людей важный момент – это холодильник и электроприборы кухонные. Человек выбрал бензогенератор. Этот бензогенератор проработал. Значит, статистика наработки в деньгах бензогенератора. Значит, смотрите, он тратит 10 литров человек в сутки. Предположим, 250 литров топлива за месяц. Умножаем на 12 и умножаем на 2 года. Это расчет, сколько мы потратили бензина за эти 2 года. Дальше. Умножаем на стоимость топлива, предположим, 48 рублей за литр. Вот. Получаем 288 тысяч только на бензине. Но к этой сумме 288 прибавляем еще 70 тысяч. Это 3 уже генератора здесь побывало. Они ломались, вот, их ремонтировали за эти 2 года. Дальше, где-то 20 тысяч потратил человек на ремонт, и плюс еще где-то 20 тысяч на ГСМ. Итого, суммарно расчет 398 тысяч, округляем 400 тысяч, за 2 года человек потратил, получая электроэнергию от бензогенератора здесь. Как бы еще полгодика, и человек получится потратит столько, сколько нужно было вложить в солнечную станцию. Но солнечная станция была бы уже дальше работала на, так сказать, отбивание себя получается. Но у человека все равно есть бензогенератор. Почему здесь бензогенератор будет дальше работать, и человек не будет вкладывать в солнечную энергетику? А потому что сюда привели электричество. И пока сумма подключения не озвучена, но я думаю, она не будет там 100 тысяч рублей. Но человек уже нормально подключится. В тот момент, 2 года назад, человек не знал, что сюда приведут электричество. И ему даже не давали надежду на это. Но я человека понял, и он мотивировал, почему он не стал вкладывать сразу 500 000 в альтернативу. Потому что эти 500 000 нужно было вытащить из бизнеса и вложить. А покупка первого там бензогенератора за 20 тысяч рублей и вот эти вот 10 литров, 300 литров, да, бензина в месяц, это были плавные вложения денежных средств. Видите, друзья, поэтому вот мое правило, и как я всегда говорю, используйте альтернативу там, где это можно, нужно и выгодно делать, да. Ну, вот в данном случае, на тот момент человеку было выгодно все-таки пользоваться бензогенератором здесь. Да, в длинной перспективе человек в финансах проиграл. И даже если бы сейчас ему бы привели сюда 220 вольт,
он бы мог продолжить экономить, потому что наверняка был бы куплен, и, по-моему, там в систему был рассчитан гибридный инвертор с функцией подмешивания. Ну или, по крайней мере, с уценкой в 30% человек бы мог продать панели, инвертор и вернуть свои первоначальные вложения. Поэтому в моменте, конечно, это большие вложения, но в перспективе человек как бы не понес больших убытков, и это не сильно затронуло его бизнес, вынимание таких больших денег разово. Да, друзья, все риски просчитать нельзя, но вот в этом видео я вам показал реальные расчеты затрат на бензогенератор. Соответственно, если вы вдруг стоите вот перед дилеммой, что вам выйдет дешевле, да, в итоге, а что дороже, солнечная альтернативная энергетика либо бензогенератор, у вас есть живые цифры этого расчета на живом объекте. А, да, забыл еще сказать. Гидротурбина. Я думаю, у моих зрителей постоянных возникнет такой вопрос. Вода и гидротурбина. Какие солнечные панели? Почему ветряк здесь не работает на самом деле? Ветряк здесь тоже, кстати, не работает. Вот, потому что большой здесь не поставишь. Здесь люди ходят, а это как бы, ну, все равно, да, крутящаяся конструкция. Маленький этот, он, ему недостаточно тут ветра и не такой интенсивности по времени здесь ветер. Вот, поэтому как бы ветряк отпадает. А гидротурбина, друзья, я сейчас вам покажу камушек. Вот такие камушки здесь, эта река в определенные моменты года, да, двигает, как кубики обычные. Вот, поэтому здесь гидротурбина, для нее просто тут, как кто-то может сказать, колесо опустил в воду, и все, оно будет работать. Нет, это здесь не получится. То, что здесь как бы водоохранная зона, это один момент, но тут еще и сама река опасна для гидротурбины. Так что гидротурбина здесь на самом деле не вариант. Ну и по традиции используйте альтернативу там, где это можно, нужно и выгодно делать. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Здесь будут скоро новые видео. Всем пока!